И всем привет, с вами Грин 38, это новая рубрика Швыгоу. Как часто начал выходить Швыгоу? Это уже 9-й выпуск. И, короче, будем обозревать такой обзор Иван Сюрпризов. Так, не знаю. У него 188 подписчиков, и мы можем видеть сейчас какую-то фан-базу. Ой, как, короче, он брони. И да. Кстати, перед началом я хочу немножко спросить. Суть в том, что в предыдущем выпуске мне писали о том, что я такой плохой, не понимаю, что такое рофлы. И хочу ответить. Я не имею ничего против рофлов. Ну, рофлы тоже смешные, я тоже рофлю. Иногда, ну... Ладно. Ладно, посмотрим какое-нибудь рандомное видео. А почему так тихо? А, точно, надо смотреть дальше, точно. Эй, Аленка, в чем дело? Там алмаз с этой потанишкой Синзи. Что это за голос? Я не понимаю, это голос девки или пацана? Блин. Я вообще не буду шутить на это. Я хочу пошутить на о том, что пацан с голосом девочки и с ником мужским. Ладно, не буду шутить. Он подарил ей цветы. Представляешь, он мне ничего не дарил. Алёк, не расстраивайся. А давай сделаем так, чтобы это дети исключили со школы. И алмаз выпустили вместе встречаться. Но как исключить-то? Она же отличница. Они все любят. А я знаю, как исключить школы со Сьюзи. Ну блин. Офигенная актерская игра. И это же самое интересное, что видео сделано без монтажа. Ну ладно, может и с монтажом, но... Суть. Класс, идите на перемену. Сьюзи, пошли в столовую. Пойдем, Пеппа. Так, где же ее сумка? Вот она. А погодите, а чё там сумки не было? Блин, извините, что я смеюсь над ним, но это, наверное, плохо смеяться над человеком, который играет и игрушки, которые еще для девочек. Или он взял игрушки у своей младшей сестры. Пеппа, так и знала, это ты стащила телефон. Но я не брала ее телефон, это какая-то ошибка. Все, Пеппа, вызываем твоих родителей и будем ставить вопрос о твоем отчислении. Что? Офигеть, плач. Она что, она, я не знаю, она заплакала или засмеялась. Блин. Я не буду говорить.
считать, что это такое. Ну что, получилось? Да, получилось. Ну, не исключили не связи, а пеплом. Ты перепутала сумки. Но перепутала, перепутала. Какая разница? Ты пепл тоже не любила. Но я не хочу, чтобы ее исключили. Она же плохого этого не сделала. Ладно, перейдем дальше, потому что смотрите, это скучное кино, полное. Полная скукота. Ну, ребят, вот это сейчас я вам покажу. Раз, такой, раз. Синя, меня вообще-то, господи. Да. Сообщение от материла. Ну, короче, это не подписаться, этот канал. Я знаю, это... Мили Донтьева, он, блин, он чё, он ещё и парень? Нифига себе. Тебе девчонка с мужским ником. Вы парень с женским ником. Это же... Что это за... Ну, блин. Это же... Ну да, он ещё и брони. Блин. Он реально брони. Господи, я уже говорила, что... Ой. Я уже говорил... Блин, я даже не хочу, блин, рассказывать об этом человеке. Он же... Он так... Он, я не знаю, он пацан или девка, но я буду считать, что это пацан. И он так и говорит с таким голосом, как будто... Блин, как будто... Я не хочу, блин, шутить над этим. Всем привет, ребята! Вы на канале Иван Сюрпризов, и сегодня я снимаю первое видео на моем втором канале, потому что на первом канале не получится. Почему не получится? А, точно, ты уже первый канал закрыт, точно. Там был другой человек. Я не буду снимать больше на первом канале, поэтому я буду снимать только на втором. Так что прощай на первом канале, сказочный патруль. Если вы наберете мне на первом канале... Господи, он еще и смотрит сказочный патруль. Что за нынче пацаны в 21 веке? Ой. Ну да, в 21 веке. За подписчиков, я не знаю, вернусь YouTube на первом канале или нет. Вот. Еще раз скажу вам спасибо большое за 309 подписчиков. Наберите мне 100 подписчиков на втором канале, и буду снимать видео про игры, сериалы и еще несколько видео. А теперь прощайте. Всем пока-пока. Пока-пока, Ванька. Господи, я не могу больше, блин. Этот канал просто какой-то... Блин. Я даже не хочу говорить, но этот канал как будто... Не знаю, это канал просто брони. Да, я уже планирую сценарий. Или я просто... Просто... Я посмотрел все эти видео, он фанат Винкс, сказочного патруля, он еще и брони. И... Так что моя оценка дизлайк. А канал... Ну, ответ канала и этому человеку мне скажет один мудрый человеческий король Ютуба и пранков, которые ответят на твой вопрос, конечно, но сделает ответ о тебе и о твоем каноле. Ну. Короче, я сейчас вставлю, и ты послушаешь. Дорогой Иван Сюрпризов. Говори нормально мужским голосом, как я. Вот примерно вот так.
Ну что ж, я скоро сделаю обсуждение в моем группе ВКонтакте. Будет о рубрике «Как не надо снимать школу видео», где вы будете присылать 4 канала, или даже несколько каналов, или даже меньше каналов на обзоры. Или, может, я найду что-нибудь. И если здесь впервые, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ничего. Ну, чтобы не пропускать новых видео и новых новостей. А я пошел. С вами был Глин 38. Всем удачи, всем пока-пока.